Причала бачила подстава, где спаситель ходил по воде, и Андрей доставал из воды пескаря, спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. Но когда надо рез, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде. Возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем.